Кубковые матчи всегда отличаются повышенным накалом борьбы, ведь права на ошибку нет. Одно поражение, и команда выбывает из числа соискателей почетного трофея. Путь до финала был очень трудным. Команды провели много матчей. И в настоящее время сейчас, значит, они борются за первое место. Ну, должен сказать, что обе команды хорошие, обе сильные команды. Пусть победит сильнейший, а мы за них порадуемся. В первом тайме игра шла на равных. Команды попеременно атаковали. Но перед самым перерывом футболистам «Единой России» удалось забить гол в раздевалку. Начало второго тайма принесло новые неприятности Андреевке. Мяч влетел в ворота, оставленный ее голкипером. Но гости не хотели сдаваться и сократили разрыв в счете. Однако не прошло и пары минут, как «Единая Россия» забила свой третий гол. Таким образом, итог встречи 3-1 в пользу команды «Единая Россия». Поздравить победителей и вручить почетный кубок приехал глава района Александр Якунин, а также представители партии. Хочу вам сказать большое спасибо, то, что именно в день Солнечногорья вы провели этот матч. Здесь нету победивших и проигравших. Я просто вас поздравляю с праздником. Спасибо вам большое. Спасибо вам за интересную игру. Хоть и с погодой не очень повезло, но вы показали хороший результат. Главное участие, но тем не менее победила моя родная команда. Мне это очень приятно. Екатерина Фойкичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение.